Точно, очень добрий день. Що це таке? Як тепер з цим жити? Що це? Це навіть моя камера знімати не хоче, він не фокусується. Каже, що це за фігня? О, Боже, в зимовому пальті людина йде. Да, звісно, погодка так і шепче. В калюжу капає дощ. Люди в курточках, холодно. Я вышла с самолета в шортах, офигела, в аэропорту переодела джинсы. Ой, ну брунички я бачу. А чё они не распустились, пока мне не было, а? Я должна была приехать, а тут все цветет, солнышко, красота. Капец. Просто капец, девочки. Теперь будем жить так. Теперь не море, не море тут. Чашка кави и не море. Я сразу купаю цветы. Это все у меня помытое тут стояло. Купаю цветочечки свои, потому что это цвела, отцвела, но у нее тут, видите, росточечек. Вот и один росточечек, еще где-то один есть. Вот, поэтому нам надо, ой, ой, что это такое с этим корнем, отсох. Поэтому надо ее покупать, водички, бачите, она пить хочет. И вот эту вот, видите, туда у меня вода попала, надо повытирать. Это королевская, такая огромная была орхидея, пропала. Я ее восстанавливаю. Я докторица по восстановлению орхидей. Юлия, Джулия Лайф. Так, быстро включаем солнце, я прилетела. В холодильнике картошка оставалась. Капуста тушеная. Это все надо выкинуть, но он же 10 дней стоял. Сметаночка. Там куча йогуртов. Я их забыла заморозить, девочки. Я не знаю, я на них что-то испеку или блины сделаю. Можно даже сейчас сделать. Это же на кефирчиках, правда? Майонезу тут точно ничего. Ой. Киви, кстати, даже не пропало. Верденький. Яблоки тоже положила в холодильник. Матова начинка то точно не пропала. Тут огурцы. Ну, такие трошки подвяли. Помидоры тверді. Ой-ой, Дима на помидоры положиться. Гляньте, грибы у меня тут есть. Такие помидоры. Ну-ка, сегодня будем делать голубцы, девочки. Хера нам той all-inclusive. Нормальные помидоры. Нормальные. Грибы тоже нормальные. Слава Богу, а то мы же закупили продуктов и резко укатили. Дивіться, це ж огурці нормальні. Помарим ми на танці. Цибулька зелененька в мене є. Ой-ой-ой, щось їй погано стало. Ой, це так закупити продукти і улетіть. Як драсті, як драсті. Зараз покажу вам, що я замораживала. Смотрите, творог. Була половина пачки, різко вжали, я його заморозила. Рибка. Лососик заморозила, котлетки заморозила, сыр, я не знаю, ничего ему не будет. Девочки, ну это must have, это борщ. Добре, что у меня была вот такая мамина огромная штука, я в ней заморозила. Молоко себе такое замораживала, это овсяное молоко растительное. И сосиски, бачите? Я их тоже заморозила. Все, девочки, живем. Живем. All inclusive продолжается. Что хочу сказать. Вот это молоко. Я сейчас его себе добавила в кофе, чтобы не подумали, что я брошу. Оно вообще не скисло. Вот оно до 13.04, а сегодня всего лишь 16. Хорошее молоко. Не кисло, не горькое. Вообще хорошее молоко. Так что в этом молоке молока стопудов нету. Смотрите, делаю омлет-микс, как в Египте делают. Все, кто был, все знают. Там лучок, помидорка. Вот по совету Губки я купила еще до Египта паприку копченую. Очень классная специя. Если кто-то не пробовал, попробуйте обязательно. И смесь перцев. Тут 5 перцев, видите, разных. Черный, красный, зеленый. Ну, короче. Так. Тихо. Надо вообще-то в
перечницы все это насыпать. Ну, у Юли аж по бырику, чик-чик-чик-чик-чик. И посолим сейчас. Что, зайчик, что? Боже, какая красота! Дима даже не заметит, что он уехал из Ул-Инклюзива. Не представляете, сижу в байковой ночнушке, плюс в теплом халате, нагрела себе омлет и дрожу. Просто очень сильно холодно. Ой, боже. Пожалуйста, плюс 6 на улице. Пожалуйста, можно чуть-чуть теплее. Хотя бы плюс 35. Горячий микс омлетик. Я не ела. Пила только кофе на завтрак. Теперь обед и омлетиком. Пока Дима спит, больше размораживается еще. Дивлюсь у дружини на ослеп. Такий бред. Такі всі люди. Я чесно вам хочу сказати, знаєте, от раніше я видела в людях много позитива, а сейчас как-то вижу очень много негатива. Сейчас загружу сушильную машину, одна стирка уже постиралась, и пойду в ванну горячую полежу, наверное, потому что я вся прямо зябла, очень холодно, не хочу так мерзнуть. Всем привет! Девочки, пусечки, мусечки. Дима поехал с Никой по делам, а я проснулась в нашей квартире. Тут бардак полный, надо поменять постели, на подоконниках вообще капец, потому что пыль с дорог у нас ужасная. И если я протираю подоконники каждый день или через день, да, потому что капец, как у нас там все заметает, то сейчас за 10 дней у нас на подоконниках просто капец. Поэтому надо поубирать. Я оделась в пижамку, которую мне Катя присылала. Я думаю, что когда я буду бегать, то мне будет не холодно, потому что в доме на самом деле отключили отопление, и у нас работал камин, обогревал вот этот наш, который горит, он и греет в зале. А сейчас работает сушильная машина. Обогревает квартиру, камина выключила, чтобы не было перегруза по проводам. Вот так я, может быть. Вот так я оделась. Зацените мой загарчик. Загорела я очень хорошо в этот раз. Как-то, наверное, очень активно было солнце. У Андрея вообще спина сгорела. А я хорошо загорела. Я не знаю, где показывает разницу, потому что я везде загорала. О, вот так покажу вам разницу. Интимный канал, понимаете? Интимный. Пошли убирать уже. На тите дивляться, сидять. Сейчас вам покажу. У меня цвел вазон. Фуксия. Она цвела и осыпалась. Она же цветет один цветок, по-моему, 1-2 дня и осыпается. Люди ходят в курточках, видите? Это просто капец. Вот. И вот смотрите, какие подоконники у людей, которые живут над дорогой. Там сдохла муха, там еще что-нибудь. Сейчас мы это все будем забирать, убирать отсюда и мыть. Когда у нас Пасха? По-моему, 2 мая. Я не знаю, чули, наверное, еще рано стирать. Но подоконники надо помыть. Окна мыть не буду, на улице всего плюс 6 градусов. Слушайте, нехай их мыют кони, честно. Я дождусь плюс 15 хотя бы. Андрей снял свою постель? Да. Смотри мне. Все. Начинаем. Вазоны носи все. А, я сейчас заберу. Там я одни вазоны уже помыла. Они у меня стекали. Но эта красотка цветет очень красиво, скажите. Очень красивая моя малышечка, моя умничка. И она, смотрите, тут бутончики. И тут. Это же солнцем припекло. И тут. Надо сюда, надо жалюзи день-ночь купить. Кстати, кому надо, в Юске, я смотрю, сейчас скидки на них. Я Диму, наверное, завтра возьму, и мы поедем купим сюда. Не жалюзи, а знаете, какие роллы. Вот это надо отмыть сегодня. Вот это на двухсторонний скотч, ни колы, ни клей-то, ничего на стекло. Девочки, я в кухне, я думала чокнуть, когда отдирала. И вот это все откладывала, откладывала. Ну куда же эта снежинка, понимаете? Куда? Вижу, люди в очереди стоят, дальше в магазины пускают по несколько человек, и перерывы типа на уборку магазина, они там что-то как-то, что-то там они, как-то оно называется, короче, убивают бактерии. Куда магазин вот этот вот, дай мне палец, вот эти вот два окна, какой-то новый магазин будет. Но мне пофиг, я тут жить не хочу. Не хочу. Я Диме говорю, Дима, я тут жить не хочу. Я Диму медленно перестраиваю на то, чтобы нам куда-то переехать. Как вы на это смотрите?
Наверное, зацапанный телефон. Нос облазит у меня. Вот у меня всегда сгорает нос. Сколько бы я ни мазала SPF-ом, очень серьезным SPF-ом, 50-кой, все время у меня сгорает нос. Вот тут у меня в этот раз лоб был сгорел, но это потому, что я без шляпы была. Мне не нравится эта шляпа, которая у меня сейчас есть. А новую я таки не купила, и в Египте классную шляпу я не увидела, короче. Все нормально, девочки. Ракета-бомба, петарда. Так, все, убираем чуть-чуть. Отвлеклась. Веселуха, веселуха. Вот так я сошкрябываю снежинку. Вот так. И если это еще сошкрябывается, вот видите, я одну сошкрябываю, то вот это вот вообще просто никак. Просто нереально. Вот верхняя часть, видите? То эту можно еще шкрябать. Вот так сюда. Склад. Блин. С Египта сразу в такую сраку. Постели поменяли с Андрюхой. Подоконники помыли. Видите? Это падает с окна. Сейчас быстренько все доделаем. Быстро вот это раздеру. И будем пылесосить. Посмотрите, с каким интересом наши люди смотрят в чужие окна. А шо в ней там за тюли? А шо в ней там за штори? А? М? Как чувствует, не смотрит. Так, а шо в ней там за цветы? А о, подожди, мы тут окно намылено. А, пошла. Короче, тільки такий придурок, як я, міг наклеїти і двохсторонній скотч. И до травня месяца его отсюда сдирать. Что вы думаете, это шуточки? Я тут час стою, уже шкрябаю. Уже сейчас Дима приедет, а я дома нифига не убралась. Бо я шкрябаю эту фигню. Я уже и тем, и тем, и тем намазала. Вот это сошкребла. Бачите, тут была такая огромная снежинка. И вот тут, короче, две таких было. Но мне уже не хватает терпения до конца его шкрябать. Видите, я уже металлическим ножом шкребу. Потому что этой деревянной лопаткой я бы шкребла бы вообще бы до завтра. Приїхала. Приїхала додому. Ой, все, нічого не хочу. Хочу кофе. Хочу кофе і перекур. Ну, я не курю, не курю. Перекур – це передишка. Короче, нас так обыскивали на наличие ракушек, понимаете? Що Ніка привезла цілу жменю ракушек, та ще й з содержимим. І тепер Діма сказав сварить. Боже, прости мене, пожалуйста, щоб воно там не завонялось, тому що воно все одно умерло. Вот такую красивую, ой, такую вот красивую ракушку, смотрите, притащила малая. Классная, да? Сейчас покажу еще какие. Это я с ней через женский контроль проходила, если бы меня нашли. А меня так обыскивали, может, эти ракушки фанейлы? Ну, же там есть эти кораллоискатели? Вот, вот это вот, часть коралла. Ну, не коралла. Коралла. Вот это вот часть коралла. Большого, огромного коралла, который я провезла через границу. Может, и меня задерживать. Вот такую ракушку еще. И вот такую. Видимо, они такие красивые, что Ника не могла их просто оставить в Египте. Простые Египет. Вот. А эти тоже египетские ракушки. Ой, впала. Сейчас. Понимаете, да? Мы, короче, вывозим потихоньку ракушки из Египта. И скоро они все будут сдолбунови на восьмерке. Вот такой слон за доллар мы покупали, а в Шарме сказали 5 долларов. Чокнулась. Вот такой вот огромный 10 был. В этот раз мы ничего не купили, потому что Юля провтыкала, когда вылет. Окна намыти. Чистота и порядок. Чистота и порядок. Вазоны помыть и подивиться, как раз. Так, да, Андрюша, мама снимает, надо мать перебивать. Вот смотрите. Ой, а где ты? А кто это у меня выпускает сейчас? Вот это не цветы, зараза, вообще. Вот этот выпускает у меня, видите? Росточечек выпускает, и вот тут. Вот тут выпускает тоже росточечек, короче, видно, че не видно, я не знаю.
Вот такая красота. Но это не единственная, которая выпускает. Вот это я не знаю, как будет цвести. И что она должна выпускать. Но вот там вот она тоже манюсика такого выпускает. Так что все мои вазоны тут в порядке. Спасибо Олегу. Олег нам поливал вазончики. Вот. Видите, красотка. Вот этот старая. Это очень старая орхидея. Видите, она вот уже какие она выпускает листья. И это очень старая. Я почитала, что они, конечно, стареют и тоже сдыхают. По-моему, 7 лет жизни одной орхидейки. А это молодюсенька королевская. Она возрождается из пепла.